Приветствую, на своем канале появились следующие транспондерные новости. На спутнике Астра, который находится в позиции 5 градусов восточной долготы, который раньше мы все называли Сириус, на частоте 11747 вертикаль 30 тысяч появился канал ТВ-1 в HD качестве и появился канал прямой. Сейчас я отсканирую их. Вот канал ТВ-1, сейчас идут титры, фильм закончился. А вот канал прямой. Ну, если быть буквоедом, он, конечно, называется прямый, однако по факту, если вы понимаете, о чем речь, это канал прямой. Но, кроме этого, версия канала ТВ-1 в формате MPEG-2, это та, которая может приниматься старыми тюнерами, начала вещание на частоте 12284, поляризация вертикальная, символьная скорость 27500. И как раз с этой частоты канал прямой перешел на частоту 11747. Сейчас я ее отсканирую. Вот этот канал. Все то же самое. На этом все. Если новость была полезной, просьба поддержать лайком и комментарием. И если вы до сих пор не подписаны на мой канал, подпишитесь для того, чтобы быть в курсе всех изменений в спутниковом вещании. Всем удачи!